Без джинсовой куртки просто не обойтись в осенне-весенний сезон. Укрываться от сквозняков поможет высокий воротник, а модный свободный крой обеспечит удобство движения. Темно-серый оттенок модели подойдет не только блондинкам, но и брюнеткам. Укороченная джинсовая куртка голубого оттенка будет хорошо смотреться с джинсами на высокой талии. Такой тандем можно надевать с футболками, топами и кедами. Этот повседневный образ будет не только стильным, но и удобным. Please watch this video to the end. I will be happy to read your comments, and if the video turns out to be useful for you, then press like and subscribe to my channel. In the following videos, I will make more collections of beautiful clothes. Enjoy watching. I will add links to these clothes in the description below the video. Укороченная джинсовая куртка с рваными участками и протертыми краями подойдет для женщин любого возраста, если ее правильно сочетать с другими элементами образа. Материал – хлопок в сочетании с полиэстером. Застегивается куртка с помощью передних пуговиц. Джинсовая куртка с широкими карманами и укороченной длиной не выходит из моды уже несколько сезонов. В сочетании с юбками и джинсами на высокой талии делает удобный повседневный образ еще и стильным. Модель рассчитана на теплую весеннюю или осеннюю погоду. Свободная джинсовая куртка темно-серого оттенка будет хорошо смотреться в прохладный осенний сезон. В качестве декора использованы крупные накладные карманы. Свободный крой позволяет носить эту модель женщинам с любым типом фигуры. Укороченная рваная джинсовая куртка наверняка будет привлекать внимание всех окружающих. Интересный дизайн подойдет для смелых и стильных девушек. Ткань полиэстер с примесью хлопка подойдет для теплой весенней погоды. Свободная джинсовая куртка в минималистичном стиле подойдет для любого события. Прогулки в парке, утренняя поездка на работу, поход по магазинам. Эта модель придется как нельзя лучше. Декор выполнен в виде двух крупных нагрудных карманов. Без джинсовой куртки сейчас не обойдется ни одна современная девушка. Свободный крой модели подойдет для любого типа фигуры. Модель будет хорошо сочетаться с кедами, кроссовками и другой обувью на плоской подошве. Классическая джинсовая куртка с воротником подойдет женщинам любого возраста. Весенний образ в сочетании с джинсами и кроссовками будет не только удобным, но и стильным решением. Материал – хлопок и полиэстер. Джинсовая куртка может быть самого разного кроя, оттенка и длины, но она обязательно должна быть в гардеробе каждого. Эта практичная модель может выступать в роли базовой верхней одежды, но также с легкостью справиться с ролью настоящего украшения всего образа. Можно сочетать с джинсами и юбками на высокой талии. Джинсовая куртка не обязательно должна быть синих и голубых оттенков. Сейчас в моде самые смелые цвета, и красный – основной из них. Такая модель подойдет как блондинкам, так и брюнеткам. Укороченную длину верхней одежды лучше сочетать с высокой посадкой брюк. Эта джинсовая куртка имеет укороченную длину и рваный дизайн. По обе стороны на груди нашиты карманы на пуговицах. Материал – хлопок с полиэстером. Модель может сочетаться со спортивным или ежедневным стилем. Неоновые цвета остаются в тренде и в этом году. Салатовый оттенок этой джинсовой куртки можно сочетать со светлыми оттенками желтого, голубого и серым. Изделие подходит для летнего и весеннего сезона, так как рассчитано на теплую погоду. Нежно-розовая куртка из хлопка и полиэстера добавляет образу некий романтизм. Этот оттенок подойдет под любой цвет волос. Модель имеет однобортный воротник и нагрудные карманы на пуговицах. Лучше сочетать со спортивной обувью. Короткая белая рваная куртка отлично подойдет для романтической вечерней прогулки или просто в качестве выходной верхней одежды. Эта модель будет отлично сочетаться с джинсами и брюками темных цветов. Дополнить образ поможет модный рюкзак и кеды. Яркие цвета в одежде особенно приветствуются в теплое время года. Весной и ранним летом желтая джинсовая куртка станет отличным украшением всего образа. Изделие застегивается на передней пуговице. Декор выполнен в виде нагрудных карманов. Сиреневый оттенок подходит практически для любого цвета волос и кожи. Джинсовая куртка в этом оттенке будет сочетаться с белыми и светлыми джинсами, брюками и юбками на высокой талии. Можно сочетать с кроссовками и другой обувью на плоской подошве. Удлиненная джинсовая куртка свободного фасона подойдет для любого типа фигуры. Эта модель выглядит по-настоящему модно и стильно. С
сочетать можно не только со спортивной обувью, но даже с каблуками. Темно-синяя джинсовая куртка укороченного кроя будет хорошо смотреться с любым низом на высокой талии. Интересный декор в виде задней бахромы и необработанного нижнего края делает изделие эксклюзивным. Подойдет для девушек, которые любят выделяться. Джинсовая куртка с бахромой хоть и не станет повседневной одеждой, но будет выделять свою обладательницу на вечерних прогулках по городу. Материал – хлопок с полиэстером без примеси стрейча. Изделие не тянется, но при этом хорошо садится по фигуре. Интересная модель джинсовой куртки выполнена в сиреневом цвете. По спинке выполнен разрез, декорированный металлической бахромой. Пурпурный оттенок будет отлично сочетаться с белым цветом брюк, джинс или шорт. Лучше сочетать с обувью на плоской подошве. Рваная джинсовая куртка должна быть в гардеробе каждой модницы. Этот элемент одежды можно использовать как повседневной или выходной. Изделие декорировано бахромой на спинке, поэтому в качестве повседневной модели будет не совсем уместно. Лучше надевать для вечерних выходов в свет. Все больше в моду входят джинсовые куртки, причем выполняют их в самых разных цветах и оттенках. Укороченная модель является молодежной, подходит под джинсы и брюки на высокой талии. Ткань – хлопок с полиэстером. Джинсовая куртка может быть укороченной или удлиненной, свободной или приталенной, но в каждом женском гардеробе она обязательно должна быть. Голубые оттенки являются классическими. Представленная модель будет особенно хорошо смотреться с джинсами и светлыми кроссовками. Желтая джинсовая куртка является достаточно интересной моделью. Такой оттенок, несмотря на свою яркость, подходит для женщин любого возраста. Можно сочетать со светлыми джинсами и обувью на плоской подошве. Белый цвет всегда будет уместен для праздничных мероприятий. Если говорить о джинсовых куртках, то в таком оттенке они могут использоваться и как повседневная одежда. Укороченная модель особенно популярна в последнем сезоне. Сочетается с низом на высокой талии. Короткая куртка из денима помогает собрать не просто повседневный, но и стильный образ. Пурпурный оттенок подойдет не только для блондинок, но и для брюнеток. Изделие рассчитано на теплую весеннюю погоду. Объемная джинсовая куртка с широкими рукавами и удлиненным кроем подойдет для любого типа фигуры. Светлый оттенок голубого сделает образ стильным и привлекательным. Однобортный воротник особенно популярен среди молодежных образов. Сочетается с обувью на любой подошве. Джинсовая куртка может быть стандартным элементом верхней одежды, а может выглядеть как настоящее произведение искусства. Открытая спинка и декор в виде цепочки украшают данную модель. Подойдет для молодых девушек, которые любят выделяться из толпы. Рукава джинсовой куртки могут быть самой разнообразной формы, даже фонариком, как у представленной модели. Декор и белый цвет изделия делает его по-настоящему нарядным. Материал – хлопок с полиэстером, делает куртку практичной и износостойкой. Джинсовая куртка, вне всякого сомнения, может быть стильным элементом гардероба. Практичный черный оттенок позволяет носить эту модель ежедневно. Однобортный воротник и свободный крой придают изделию молодежный стиль. Рукав собран фонариком к манжету, ткань – хлопок и полиэстер. Рукав этой модели куртки не может остаться без внимания. Его ширина и крой делает его эксклюзивным. Декор выполнен в виде крупных нагрудных карманов. Пиджак застегивается на передние пуговицы. Можно сочетать с обувью и балетками на плоской подошве. Однобортная джинсовая куртка рассчитана на теплые весенние вечера. Отлично сочетается с темными джинсами на высокой талии и спортивной обувью. Рукав выполнен в крое фонарик. В качестве декора нашиты передние нагрудные карманы, застегивающиеся на пуговицы. Эта куртка имеет не только интересный крой рукава, но и цвет. Яркие оттенки особенно актуальны в теплое время года. Изделие можно надевать для прогулок, поездок по магазинам и так далее. Под низ куртки можно надеть футболку или топ на бретельках. Однотонная голубая джинсовая куртка является классическим элементом женского гардероба. Свободный крой подойдет для любой фигуры. Нагрудные карманы застегиваются на пуговицу. Можно не использовать по прямому назначению. Классическая джинсовая куртка голубого цвета с металлическими пуговицами стального цвета является классической моделью. Будет хорошо сочетаться с джинсами и светлыми брюками. Можно надевать с туфлями на каблуке и без него.
Деним не выходит из моды ежегодно. Меняется только фасон одежды. Голубая укороченная джинсовая куртка является настоящим трендом теплого времени года. Модель можно надевать в качестве ежедневной одежды, а также как дополнительный элемент вечернего образа. Черная однотонная куртка из джинса станет настоящей палочкой-выручалочкой для любой современной девушки. Ее можно надевать с кроссовками, кедами и даже каблуками. Сочетается практически со всем, в том числе юбками и брюками любых цветов и оттенков. Темно-серая куртка с крупными карманами и пуговицами подойдет для любого типа фигуры. Стандартная длина позволит сочетать изделия с брюками и джинсами любой посадки. Ткань – хлопок с полиэстером, рассчитана на осенне-весенний сезон. Джинсовая черная объемная куртка является настоящим трендом. Ее можно легко сочетать с любым стилем. Она только подчеркнет изюминку каждого. Весной или осенью не обойтись без этого элемента гардероба. Ведь он удобный, практичный и стильный. Укороченная джинсовая куртка красного цвета придется по душе настоящим модницам и тем, кто следит за новинками и собственным стилем. Оттенок подойдет не только брюнеткам, но и блондинкам. Материал – хлопок с полиэстером, прочный и практичный.